crushing victory over the voracious enemy on Plasma Mountain, the next stage of the campaign begins. Our thirsty fleet depends on fuel recovered from strongholds on the planet's surface. Brave troopers have been working through the night, preparing defenses. Come the morning, it will be their turn to show the Bug Menace just what federal justice means. Приближаемся к башне. Похоже, у них все под контролем. Надеюсь, они продержатся до тех пор, пока не закончится заправка. У флота на исходе топливо. Это последняя башня, где еще осталось горючее. Защищай ее, пока не заправятся все наши танкеры. Это будет непросто. Ты в тылу врага. Жди нападения со всех сторон. Пехота занимает блокпосты на подступах к башне. Проверить готовность в первом секторе. Найди лейтенанта и узнай, какая помощь ему требуется. Привет всем, дорогие подписчики и зрители канала. С вами Дарт. Да пребудет с вами темная сторона силы. Значит, сегодня продолжаем... Опа! Продолжаем проходить звездный десант. И сейчас мы будем защищать вот эти башни с топливом. В картишке играют пацаны тут. Так, у нас тут башенка. Все просматривается очень хорошо. А, тут лестница, я думал, лифт. А, пропустил шутку про мародеров. Печально. Сэр? Сэр, я просто... Вот и где. Лифт спускается на нижний уровень. Отлично, мы на нижнем уровне. Так, у меня есть гранатомет, есть дробовик, отлично. Куча оружия, это хорошо. Закончено, парни. Последняя надежда на нас самих. Куришь, везде эти мерзкие твари, крысущиеся друг с другом за кусок нашего мяса. Если нам суждено умереть сегодня, парни, захватите с собой по паре тройки жуков. Будьте наготове, дамочки. Понеслась. Что происходит? Я их не вижу. Там, фритоны. Они снимают мины. Открыть огонь. Как в тире. Это летающие разведчики. Они поймут, что нас мало. Приготовьтесь. Вот остальные. Удерживайте позиции любой ценой. Покажи солдатам, как это делается, мародер. Так, сейчас мы с ними разберемся. Давай, подходи ближе. Давай-давай! О, погнали! Так, гранаты кончились.
Они получили свое. Это сектор 2. Нам требуется помощь. Наш механик слегка заблудился. Высоковольтные ограждения в обоих секторах вышли из строя. Нам прислали механика, чтобы их починить. Ты найдешь его во втором секторе. Ума не приложу, как они могли допустить такую ошибку. Пойдем искать этого чертова механика. Как он мог потеряться, вообще непонятно. Чёртова пилот сбилась с курса, и теперь механик со взводом охраны застрял за периметром вместе с целой армией жуков. Пробейся через жуков и приведи нам механика. Он единственный, кто может починить ограждение. О, эта штука полезная. Сейчас пойдем искать этого механика. Мародер, повсюду жуки! Расчистите нам дорогу! Давай, давай, давай! Шевели ластами! Не отходи от него ни на шаг и смотри, чтобы он выжил. Без него мы обречены. Клянусь Богом, когда выйду на пенсию... Чёртовы жуки, сколько их, а? Тут до хрена. Бедных парней там грызут вовсю. Ой, не случайно. Все, пошли дальше. Быстрее. Ладно, плохой жук. Ой, идите нафиг, а. Так, давайте-ка им гранату кинем. Не брошу я тебя, успокойся. Thank you.
Ой. Все готово. Осталось пустить. Не бросайте. Не отходи от механика, мародер. Зачем бежать было именно сюда, я не понимаю, логика. Через кучу жуков, вот не мог по-другому пройти. И сказал он, да будет свет. И стал свет. Тебя слегка потрепало. Дай-ка я тебя подлатаю. Дробовик в этой пушке работает быстрее. Ну, не быстрее, а лучше работает. То есть он урона больше наносит, чем сам дробовик. Так, где этот жук? Чувак, где ты? Поработаешь телохранителем. Сопроводи механика в сектор 1. У меня есть выбор? По-моему, нет. Давай, шевелись. Шевелись я здесь. Ты идешь? Так, по-моему, у нас проблемы, да. Мародер, в туннеле полчища утесников. Уничтожь их и доставь механика в первый сектор. Черт, забрала чувака. Чертов прыгун. Следуй за механиком к ограждению. Ты его единственная защита от жуков. Окей, а я убежал. Ладно, будем иметь в виду. Получил? А ну пошел оттуда. Причем тут язва, я что-то не понял. Ой. Я плохо работаю. Иди в инженерные войска. Работенка не пыльная, говорили они. О, господи! Вот падла, ай-яй-яй. Окей, остался последний. Спокойнее, спокойнее. Я пытаюсь спасти наши шкуры. Не брошу? С чего вдруг? Да, жопа полнейшая творится, конечно. Что ж, Мирай, похоже, флот хочет разбить нашу слабую команду. Меня посылают чинить какую-то дребезжащую развалину, которая на этом богом забытой планете считается... Похоже, на заправочной палубе возникла проблема. Заправщики бегут в укрытие. Нужно обеспечить зеленый коридор для наших танкеров. Это огневики. Они подожгут танкеры, подлетающие к башне. Мародер, подрежем крылья немедленно. Вот падла неубиваемая.
Вашу мамашу, что происходит? Они более прочные, чем обычные прыгуны, что-то жестко их убивать. Даже с пулемета жестко. Давай, быстрее лети. Фу, по-моему, успел. Отлично! Воздушное пространство очищено. Спускайся вниз. В секторе 1 требуется твоя помощь. Большое спасибо. Возобновляем операцию по дозаправке. Куда спускаться? Я не понял. Опа. Внутри периметра безопасности обнаружен враг. Аварийная блокировка двери. Высоковольтное заграждение вышло из строя. Запущена система автозащиты. Принимаем меры к устранению. Черт! Энергоснабжение вышло из строя. Высоковольтное ограждение отключилось. Жуки прорвали периметр. Осторожнее! Эта чертова система безопасности начинает заполнять территорию взрывоопасным газом. Так, нужно держать баррикаду. Так, твою мать. А, я не могу запрыгнуть, ладно. Буду с этой стороны держать. На, держите. Двери потребуется больше времени, чем я предполагал. Оставайся у входа. Все хорошо. Прикольно. Че сидим, парни? Почему не убиваем? Двери работают. Скорее внутрь. Мы потеряли сектор 1. Направляйся ко второму сектору и постарайся сдержать их наступление. Попробую. Осталось заправить 3 танкера. Постарайся выиграть для нас время. Нам необходимо это топливо, мародер. Попробую. Посмотрим, что у меня получится. Так, здесь жопа жопная, да, я так понимаю? Ага, вот он летит уже. Кого поджарить собрался, а? Привет. Да здорово. Thank you.
танкеры заходят на посадку. Мы взлетели. Парни, на вас движется пара здоровенных жуков. Да, это молодые танкеры, я так понимаю. Ой, перегрелась, печалька. О, черт! Чертовы плазмовики, или как они там называются? Танкер заходит на посадку. Приготовьтесь. Вот, блин. Я их не вижу. Еще одна заправка, и можно радоваться. Вашу ж мать! Как они это делают? Попадают с любого расстояния. Пошли нафиг! Ага, получили! Засранцы! Так, где тут был ящик с припасами? Оу! Прямо в лоб! Это неинтересно! Я чё тут, один остался? Класс, ну класс. Они меня сейчас завалят. Баки заполнены. Флот благодарит вас, парни. Парни, я тут один. Твою мать, что происходит? Командёр, плохие вести. Флот не может позволить себе рисковать катером ради небольшой группы людей. Дело флота летать, а пехоты погибать. Пошёл в жопу, корабль! Срочно! Нет, только не эта тварь! Умри, все, умри. Ну открой двери хотя бы, двери открой, открой! Там какая-то сволочь стреляет, посмотри, а? И что мне делать? О, класс! О, классно, да, все супер, просто зашибись. Простите, мародера не видели? Ура! Я его где-то здесь позабыла. Давай наверх. О, хорошо, спасибо. Двери открой. Все, я уже иду. Я двумя ногами на палубе. Все, давай. Слава тебе, Господи. Прыгай! Прыгай! Поблагодари эту храбрую девушку, мародер. Вы оба молодцы. Нет, я больше молодец. Ты видел, где я был? Там, где ты появляешься, все начинает гореть. Да, рад, что ты заметила. Вот это чудо! Ты отлично сражался, парень. Ты сумел это сделать. У флота полно горючего, и он готов к новому удару. А тебе и твоему чокнутому пилоту надо пойти и хорошенько оттянуться. Так, ну что ж, спасибо всем за просмотр, надеюсь, это видео вам понравилось. Чтобы получать новые видео, узнавать о них, поставьте колокольчик, нажмите на колокольчик, да. Подпишитесь на группу канал, ссылка будет в описании, увидимся в следующем видео, живите и процветайте!